В коррекционно-развивающем центре «Логоплюс» прошло торжественное открытие спортивного клуба «Поверь себя». Открытие посетил глава Белоярского района Сергей Петрович Маненков. Он отметил, что такие проекты еще раз доказывают, что главное на нашей территории – дети и их счастливое детство. И, по крайней мере, в августе этого года мы были здесь. Она показала перспективу развития. И в то время я увидел и с умилением смотрел на тех детей, чем они с любовью занимаются. Наверное, согласитесь, что мы в Белом Яре создали территорию для детства. И вот это сегодня открытие, наверное, еще раз говорит о том, что сегодня главная забота наших белоярцев – это о детях. Сергей Петрович преподнес и подарки. Центру «Логоплюс» он вручил сертификат на телевизор, а воспитанникам – большой торт. Руководитель центра Екатерина Канева поблагодарила главу Белоярского района за поддержку ее начинаний, за помощь в создании этого спортивного клуба и поприветствовала всех гостей мероприятия. Сегодня мы открываем еще один дом для наших детей. Дом, который поможет поверить в себя каждому ребенку, каждому родителю с ограниченными возможностями и без. А после всех гостей пригласили в помещение на праздничный концерт. Дети центра показали то, чему они научились за годы посещения «Логоплюс». Они пели, играли на музыкальных инструментах и танцевали. Поздравлением присоединился секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Кайдаш. Он сказал, что партия всегда готова помочь в реализации социальных проектов, пожелал центру дальнейшего развития и вручил ценный подарок – принтер. К тому же на открытии прошла демонстрация возможностей батутной установки. Занятия будут проходить с элементами логопедической коррекции. Логопед Алена Кирина показала наглядно, как будут проводиться занятия по программе, которую разработал коллектив коррекционно-развивающего центра «Логоплюс». Анастасия Бокова, Юрий Орлов. Время новостей. Белоярский.